Теперь к деталям. Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» вновь пройдет в Московской области. Ожидается, что участие в ней примут более 200 тысяч человек. Это мероприятие стало уже традиционным и пройдет в шестой раз. В этом году под посадку сеянцев выделено почти 600 гектаров земли. 12 мая все желающие смогут примкнуть к ежегодной акции «Лес Победы» и посадить одно, а то и несколько деревьев. Главная цель мероприятия – почтить память погибших во время Великой Отечественной войны посадкой дерева, а также просто озеленить регион. Так, 1,5 миллиона сеянцев подготовлено для высадки на площади более 580 гектаров земли в этом году. В прошлом было выдано на 200 тысяч сеянцев меньше. В Подмосковье массовые акции по посадке деревьев традиционно проходит дважды в год. Наш лес осенью, а весной – Лес Победы. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.